Всем привет! Сегодня я приехал на речку Орель понырять, пробить тут пару ямок. Вот, это Орель в районе село Помазановка или Помазановка. Вот, а с этой стороны село Бабайковка. Вот. Говорили люди, что здесь прозрака нет. Ну, не знаю, сейчас поныряю, посмотрю. Вот, большого, хорошего прозрака действительно я спускался, смотрел, к воде действительно не будет. Ну, как бы, уже здесь, у меня здесь родственники живут, приезжал в гости, как бы, уже так, как я здесь нахожусь. Сегодня поныряю здесь, вот, на Ореле, посмотрю, что там, покажу вам. А завтра, надеюсь, выехать еще на канал, на Днепр Донбасс. Вот, посмотрим там. Там, конечно, прозрак получше. Там прозрак, я подъезжал, смотрел к воде, там прозрачность воды, ну, 2-3 метра 100% есть. Вот, по рыбе посмотрим, все увидите. Тормозим. Так как и предполагалось, на Ореле нет прозрака вообще никакого, то есть там буквально еле видно наконечник. Вот, сейчас переехали на канал Днепр-Донбасс. Вот, поныряем здесь, попробуем, посмотрим, что там, как. Вот, ну, долго здесь не буду, пару часов, может, пару карасиков жахну и поедем. Все, все увидите. Yeah.